Всем привет, с вами канал ArtMoney. И посмотрите, какой у меня в духовке гигантская буханка хлеба. Потом мы еще с вами ее взвесим, если мы ее не съедим, конечно. Вот хочу с вами поделиться вот такими вот дрожжами. Не знаю, в районе 10 рублей, наверное, за пачку она стоила. Надо посмотреть по чекам. 11 грамм, вот я второй раз уже пеку. И второй раз у меня, вот первый раз у меня, ну, чуть-чуть поменьше был хлеб, прям поднялся. А второй раз, вот сейчас прям вообще очень он поднялся. Просто гигантская прям буханка, и причем она запекается. Сама форма вот эта слишком длинная, то есть она, ну, для кекса, там, для чего-то. И еще вот плюс она длинная, то есть до этого я все время по одному и тому же рецепту пеку хлеб. Она обычно была, ну, не была такая вот сверху большая. Занимала только вот в середине, я, по-моему, первый раз испекла. И все. А это вот эти вот дрожжи прям заставили подняться хлеб, тесто. Очень понравилось, я еще буду брать. А, ну да, он тут написано в 6 раз поднимается. Не в 6 тут, но раз в 2 поднялось. Делюсь с вами весом хлеба. 807 грамм весит он. Кажется, ногами положила. Вот они, эти дрожжи. Написано в 6 раз, да, поднимается. Ну, наверное, раза в 3. 2 в 3. Наверное, поднимается точно. Здесь у нас еще красная икра лежит на заднем фоне. Вот, ароматно просто пахнет. Чуть-чуть подождала, и, в принципе, он вылез сам. Немножко я уже начала его подковыривать. Здесь прям отковырнулась сильно. Он прям, он даже вылез просто. Да. Что ты тут делаешь? Ты что, кубик ешь там? Чем ты там? Чем ты тут занимаешься, Дима? Так. Вот такой вот он, мягкий прям. Вот, теперь он должен вот так полежать, подсохнуть, и мы будем его кушать. Ням-ням. Крошки надо вытирать. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот так вот. Так, ну, уронишь сейчас. Устал смеяться. Ну, все побросал, Дима. На. На, вот сиди. Вот сиди, ноги убру и сиди вот так. Ой, что там ты такой? Ты мне сюда лицо мое ставь. Ты что, ты ее как? Ко мне поверни ее. Я не вижу. О! О, молодец. Только далеко не у тебя. Угу. Ты что там, ворота? Арка? Арка? Арка. На букву А. Кубики какие. Посчитай, сколько кубиков. Сколько? Сколько, Дим? Сколько кубиков? Один. Сейчас мы с тобой... Ай! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь? Семь кубиков. Красивые какие башни Дима строит, а? Красота какая. Эти кубики, кстати, я в фикс-прайсе покупала. Если бы там сейчас еще вот привезли, я бы еще наборчика три купила бы. Ай, ты что делаешь? Ты забил ее? Ой, ой.
Очень хорошие кубики. Да, еще хочу. Хочу, чтобы у него было их много. У меня в детстве особо таких не было, но я помню, когда в гости приходила друга моего, у него там было очень много, целая коробочка прям разных. Я помню, так нравилось строить там всякие домики, всякие там что-то. Он там тоже строил, там у нас прям городок получался целый. Мне так нравилось. Все время просил, купи, купи. А он, нет, что-то там, ты уже большая, выросла. Зачем? Да, Димур? Поэтому я хочу, чтобы у моего ребенка было все. Да? Вот какие. Строишь. Где ты их берешь-то, а? Угу. Можно их прям фотографировать, Дим, да? Строитель ты будущий. На одной ножке и столько всего держится. На одной ножке, а? Вот бы в жизни так, а? На одной маленькой ножке держался дом. Чего ты там опять нашел? Чего ты меня там как унесешь, что ли, какую-то? Волос мой. Везде они валяются прямо у нас. Да, вот бы в жизни на одной ножке стоял целый особняк. Как интересно. И падает все равно. А, держится. Держится, давай покажем. Вот он, где этот маленький полукруг. И он там держится. На крыше дома пристройка есть, скажи. Там маленький домик на крыше дома стоит. Ага, с другой стороны. Ах, никак. Еще ставь, да? Там пилил. Да, там дядя пилил. Диму разбудил, да? Дима у нас сейчас обеденный сон спал, а дядя пилить начал и разбудил малыша. А малыш так сладко спал. А, домик упал. Упал и другой домик, да? Живешь-живешь себе на крыше в своем маленьком домике, а потом тебя пук, и домик съехал с крыши. Строитель. Ты, наверное, будешь архитектор, скорее всего, мне кажется. Да, Нуля? У меня, если не получилось стать архитектором, у тебя, может, получится. Да, зеленый. Зеленый кубик. Кубик зеленый. Ага, ты его там ставишь сбоку. Что у тебя там получается? Ну, ты там что-то прямо мудришь, батюшки, там подставляешь сверху. У тебя фундамент? Фундамент у тебя, да? Куда ушел? Человечек по тебе пробежал. Ах ты, Господи, отобрали.